Пять дней волшебства. В Иванове в 12-й раз поднимет занавес международный фестиваль театров кукол «Муравейник». О том, чем удивят публику, журналистам рассказали на пресс-конференции. Желание выступить на ивановской сцене изъявили более 60 коллективов, из которых оргкомитет отобрал всего 19. Ровно столько спектаклей покажут с 13 по 17 апреля. Нас очень радует, что ежегодно увеличивается и количество участников фестиваля, и количество зрителей. Вот в этом году на трех площадках – а мероприятия фестиваля будут проходить и в Театре кукол, на сцене Ивановского драматического театра, и в Ивановской государственной филармонии. Откроют фестиваль премьерой от ивановской труппы. На сцене Театра кукол покажут спектакль «Левша» по мотивам повести Лескова. Свои работы представят студии из Москвы, Петербурга, Вологды, а также Беларуси и Израиля. Организаторы советуют зрителям не тянуть с покупкой билетов. На некоторые показы их уже нет, на другие вот-вот закончатся. Билетов очень мало. На спектакль «Ревизор» билеты уже закончились. И, к сожалению, у нас нет возможности увеличить. Мы поставили второй спектакль, запланировали, который будет идти в утренние часы. Но это день рабочий, поэтому на него еще билеты есть. Кукольные спектакли – зрелище не только для детей. Наряду с добрыми и поучительными сказками в программе «Муравейника» есть несколько серьезных философских постановок для взрослых. На четырех стоит возрастное ограничение 16+. Если же задаться целью посетить все или почти все показы, стоит запастись временем и вниманием. Пять спектаклей в день – это огромное количество, на самом деле, для человека, который просто… Иногда и не в силах воспринять пять спектаклей, посмотреть. Но надо просто взять себя в руки, посмотреть, чтобы увидеть вот тот срез, тот пласт сейчас спектаклей, которые созданы в России за последние годы и за рубежом. Стоимость билетов на фестивальные показы для детских групп от 150 рублей. Для взрослых ценник начинается от 300. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.